Всем привет, меня зовут Иван Алексеев, многим я известен как Noise MC. Я хотел бы поддержать сегодняшнюю акцию протеста небольшим выступлением в домашних условиях. Все мы сейчас находимся примерно в равном положении, и все мы, я думаю, можем сделать окончательные выводы о том, что из себя представляет наше правительство, наглевшее на протяжении последних двух десятков лет и, наконец-то, оказавшееся в этой критической точке, когда даже несмотря на очевидную беду, поглотившую не только всю нашу страну, но и весь мир, они вместо того, чтобы помогать собственному населению, занимаются по-прежнему решением своих собственных интересов. Я желаю вам всем оставаться здоровыми, берегите себя, своих близких, соблюдайте меры безопасности, не выходите на улицу без крайней необходимости. Называется она 2604, посвящается жертвам Чернобыльской катастрофы. И скоро на эту песню выйдет клип, который мы сделали вместе с белорусско-канадским режиссером Алексеем Тереховым. Исполню я все песни сегодня в формате Noise MC без оркестра, то есть на всех инструментах я буду играть сам, записывать сэмплы при помощи ног, включать, выключать их и так далее. Итак, первая песня 2604. Это столб ослепительный, бьющий в апрельское небо над Припятью. Скоро птицами на асфальт пепел выпадет. Краснокожий первомаринген и дикие. Волдыри, тошнота, эвакуация. Ликвидаторы, дозиметристы, милиция. В окне на кухне небывалая иллюминация. Рукотворный безумие в ночь плюется частицами. В роддомах ищут сосцы маленькие тельцы. Копят невидимые тельца заразные пыльцы. Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы и возвращаются на скорых. Совсем недавно он веселым был и живым, но уязвимости пропорции искажены. Ткани поражены, рыдания чьей-то жены блуждают эхом в коридорах, пустеет город. Трещат приборы сквозь тонны боры, и песка летят нейтроны, спаят нейроны, сходят слоями с тел покровы. Войска гражданской обороны в бою с графитом несут уроны. Призраков ждут вдовы дома. Кто-то здесь прямо в процессе сгорит совсем. Других настигнет позже цезий 137. Человеческими ульями туча ползет. Неправильные пчелы тащат в город неправильный йод. Видишь светостолб ослепительный, бьющий в апрельское небо над Припятью. Скоро птицами на асфальт пепел выпадет. Краснокожий первомаринген и дикие. Волдыри, тошнота, эвакуация. Ликвидаторы, дозиметристы, милиция. В окне на кухне небывалая иллюминация. Рукотворный беззубий в ночь плюется частицами энергии на валом. У нас тут спасибо мирному атому. Махнем твоим на Пасху, к моим на девятое. На этих выходных картоха на первое блес. На наши планы целой эпохи хватит только в обрез. На наши планы силы и здоровья нужен целый вагон. Айда на мост бегом, оттуда говорят виден огонь. Там по грязному притоку в прекрасное далеко начинает путь дары четвертого энергоблока. Да все в порядке в целом с фоном радиационным. Уже вот-вот откроют новый парк аттракционов. Пожар пожаром, но если по изысканию драма, кто кого, московский Спартак или киевская Динамо? Скрипят колясками мамы, неспешно крутятся спицы. Некуда торопиться, впереди еще лет 30. Плутоний в зоне превратится в америцы. Время разложит очевидцы по онкобольницам. Видишь светостолб ослепительный, бьющий в апрельское небо над Припятью. Скоро птицами на асфальт пепел выпадет. Краснокожий первомаринген и дикие. Волдыри, тошнота, эвакуация. Ликвидаторы, дозиметристы, милиция. В окне на кухне небывалая
иллюминация, рукотворный Везувий в ночь плюется частицами. Сосцы маленькие тельцы копят невидимые тельца за разные пульсы. Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы и возвращаются на скорых. Совсем недавно он веселым был и живым, но уязвимости пропорции искажены. Рыдания чьей-то жены блуждают эхом в коридорах. Соблюдайте социальную дистанцию, не выходите из дома без крайней нужды, берегите себя и своих близких. Будьте здоровы. Следующая песня в свете последних событий приобрела новый смысл и заиграла новыми красками. Веселая она никогда и не была, но сейчас она как будто бы слегка о другом, не о том, о чем задумывалась. Вещь, что называется «Говорящие головы». Выхожу из дома никуда, уже с десяток лет. Кухня, коридор, гостиная, кладовка, спальня, туалет. Мусор выношу в прихожую к двери, ставлю вечером пакет. А ночью слышу шум, с проверкой не хожу, но утром его нет. Откуда в холодильнике еда берется, разбираться лень. Просыпаться лень, и лень потом весь день валяться, как тюлень. Кухня, туалет, гостиная, кладовка, спальня, коридор. Дом два, пусть говорят, комедий, клаб, реклама, модный приговор. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, ничего нового. Бла-бла-бла-бла-бла, говорящие головы. Бла-бла-бла-бла-бла, ничего нового. Бла-бла-бла-бла-бла. В зеркале урод, в крошках борода, майка черти в чем. Я не выхожу из дома никогда, время не течет. Время не вода, время то ли лед, то ли каучук. Квартира в никуда, ползущий звездолет, я на нем лечу. В детстве я мечтал стать космонавтом, надевая комбинезон, представлял, что на мне скафандр. Ковыряясь лопатки в земле, я вполне конкретно видел, как беру пробу грунта инопланетного. Вечерами зимними в небе ясном морозном я взглядом прокладывал маршруты между звездами. Если бы пришельцы меня тогда похитили, я бы парился лишь о том, чтоб меня отругали родители. Когда я вернусь отсюда с имплантантом в черепе обратно, мир без фантастики и эзотерики, годы прошли за мной, так и не прилетели. Вместо скафандра треники, вместо анабиоза телек. Ба-ба-ба-ба-ба-ба, ничего нового. Ба-ба-ба-ба-ба, говорящие головы. Ба-ба-ба-ба-ба, ничего нового. Ба-ба-ба-ба-ба. Кто-то за меня выключит потом эту болтовню.
разожмет с трудом вцепившуюся в пульт немую пятерню. На часы взглянув, допишет протокол, застегнет мешок. Все, я долетел, я так далеко, мне так хорошо. Новые жильцы сделают ремонт, создадут уют. Мечтательно смотреть на звезды за окном, дети будут тут. Будут обсуждать, как бы сильно им в жизни повезло, если бы за ними прилетело вдруг с неба НЛО. Ба-ба-ба-ба-ба-ба, ничего нового. Ба-ба-ба-ба-ба, говорящие головы. Ба-ба-ба-ба-ба, ничего нового. Ничего нового. Ничего нового. Следующая песня тоже созвучна моменту. Я уже у огромного количества людей в соцсетях видел и без того невероятно популярные строки Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». И следующая песня тоже цитирует эти строки в том числе. Песня эта называется «В темноте». Шестьдесят шестой день сурка, тесная петля моего мирка. В прошлом брошен на шею аркан шершавый. Память сталинской высотки в центре Варшавы громоздится чуждым анахронизмом так давно, что символом города признана, словно берлинские стены, километр 300 оставлены предками для туристов. Вынос мозга, разрывание призмы. Я сижу у окна, я помыл посуду. Я был счастлив здесь и уже не буду. Досрочно освобожденный от самых близких, условно приговоренных к самоубийству. Ухожу в себя по-английски, все нервы порвав на Union Jack. Стромалом мешая виски, распиная приступы на крестах аптек. Залепляя себе рот медицинским скотчем, когда скрученные листья в обеих почках прорастают, будто прямо в позвоночник. Больно утром рано, больно поздно ночью. Днем я прячу за шторы сплошные бельма и пою своим демонам колыбельные. У них много работы в ночную смену, и я горло рву на шее, вздувая вены. Без напевов моих плохо спят они, лежат и жрут из темноты меня взглядами. А за шторой картина не лучше, в принципе кровавый режим, картонная оппозиция. Гражданин второсортной эпохи, гордо признаю я товаром второго сорта. Лучшие мысли, и дням грядущим я дарю их, как опыт борьбы с удушьем. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем...
Я мог бы остаться там у дерева, на Петроградке, с желудком полным колес, недалеко от заправки, с пустой бутылкой в руке. Под утро окоченевший к этому году, на 5 лет уже помолодевший, трава покрыта инеем, ноябрь кончится скоро. Я тенью мерю больничные коридоры и кабинеты психологов, все отчетливее понимая, не помогает, не помогает, не помогает. Я проснулся в испачканной куртке, в занюханном хостеле где-то в Петербурге. Я сыграть вчера пытался в жмурке, запивал бухлом таблетки, кусок придурка. Овощем бы лежать на дурке, добрый доктор мне предложит недели позже. Но я рецепт его отправлю в урну, у меня другие планы, раз я выжил все же. Не выходи из комнаты, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь, и вообще инкогнито, ergo sum, как заметила в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, не говори с папарацци, давай без всех этих слез на камеру, с перерывами на рекламу и комментами спамеров, слейся лицом с обоями, забрись, забаррикадируйся от Кроноса, космоса, эроса, вируса. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем... Мой прогноз человечества. Отменяются все катаклизмы, все больные успешно излечатся, вымрут вредные микроорганизмы. Пришельцы нагрянут не с целью экспансии, а чтоб забрать ядерные отходы. Для безработных найдутся вакансии, в Питере будет классная погода. Кто-то хорошую вождя окажется и все наладит. Нежданно, негаданно, гадов накажет, никто не отмажется. Все ожидания будут оправданы, никаких вооруженных конфликтов. В МВД одни дяди Степы, на каждого квадратных метров с избытком. Все всерьез, никакого Степа, что... Не верится тебе в мой прогноз, типа звучит нереалистично. Спецом для тебя будет полный, у всех остальных все будет отлично. Миллионы праворульных жигулей заполнят пространство японских хайвеев. Россия впереди планеты всей, но Кимча это не наша идея. Нам скоро стопудово повезет, свежий ветер разгонит все черные. Все черти кадилом по морде получат. Yes, future, yes, yes, future. Слушай мой прогноз человечества. Я в будущее смотрю с оптимизмом. РПЦ совладает с нечистью, у православных отсосут сатанисты. Дьявол признает ошибки прошлого, папа простит и вернет на небо. Вместо пустого, пошлого, ложного, правда реальная, как буханка хлеба. Волшебник в голубом вертолете давно взлетел и вот-вот прибудет. Ему тут КМ всего пару сотен, скорее сюда все, кто мечтал о чуде. Ты говоришь, это все невозможно.
Мне от вас, пессимистов, тошно все беды и занытья вонючего вашего. Пачка евро за монету в 5 рублей, 100 баксов в обмен на 15 копеек. Россия впереди планеты всей. No future, это не наша идея. Нам скоро стопудово повезет. Свежий ветер разгонит все черные тучи. Все черти кадилом по морде получат. Yes, future, yes, yes, future. Yes, future, yes, yes, future. Спасибо большое, что взяли все нехорошие слова на себя, ведь в соседней комнате уже скоро будут готовиться ко сну мои прекрасные дети. Все, что придумано, сделано и сказано мной, в масштабах этого мира плюс-минус ноль. Все, что я узнал, понял и проанализировал, плюс-минус ноль. В масштабах этого мира все, что от меня останется, когда я кони двину, примерно ноль, плюс-минус. Но есть кое-что, что греет изнутри. Сейчас единица, и дома ждут плюс три. Там точка отсчета моей системы координат. Без этих трех осей я черный квадрат, плоский абстрактный символ, не подкрепленный ничем. Хрен пойми, зачем намалеванный депрессивным Малевичем. Кто-то на Ящнево, кто-то на Новодевичьем. А мне вот оставлять венки пока не на чем. Значит, где бы я ни был, я либо немного дальше, либо немного ближе к Ане, Васе и Мише. И какие бы графики замороченные я в этом 3D не вычерчивал, в первую очередь заведомо в тысячу раз сильнее любых прочих. Я люблю моменты, когда мы с ними все в одной точке. Все, что придумано, сделано и сказано мной, в масштабах этого мира плюс-минус ноль. Все, что я узнал, понял и проанализировал, плюс-минус ноль. В масштабах этого мира все, что от меня останется, когда я кони двину, примерно ноль, плюс-минус. Но есть кое-что, что греет изнутри. Сейчас и единица, и дома ждут плюс три. Дома ждут плюс три, если на 5 минут в магаз. И если гастрольный график датами пестрит, на любых глубинах холодных я чую этот гольфстрим. И перекресток неизбежен, а не авеню я стрит. Возможно, позже к четверке прибавится кто-то еще. Таким подарком судьбы я буду только польщен. Но главное, чтобы остались те, кто уже пришли. Любой плюс не лишний, но вычитать согласен лишь нули. Все, что придумано, сделано и сказано мной, в масштабах этого мира плюс-минус ноль. Все, что я узнал, понял и проанализировал, плюс-минус ноль. В масштабах этого мира все, что от меня останется, когда я кони двину, примерно ноль, плюс-минус. Но есть кое-что, что греет изнутри. Сейчас я единица, и дома ждут плюс три.
Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы. Всего вам самого лучшего. Темные времена обязательно закончатся. Мир.